Меня зовут Саша Платонова, я актриса. Я работаю в театре Фоменко, работаю в театре киноактера. Мне 35 лет, так получилось. И у меня двое детей. Когда очень много репетиций, спектаклей, много макияжа, всякого этого профессионального грима, действительно, кожа становится, наверное, не такой хорошей, какой бы хотелось. А тем более есть съемки в кино, и постоянно, когда приходишь на кастинги, обязательное условие, чтобы была чистая кожа. И поэтому я пришла к тому, что нужно использовать профессиональную косметику, стала пользоваться. Результат, на самом деле, был где-то через 2-3 дня. Моя подруга, актриса, сразу же заметила, мы с ней сидели на спектакле, она так... Что ты делаешь? Где ты была? Что ты используешь? Быстро все. Но я ей рассказала, говорю, у меня Реджудике, у меня профессиональный набор, у меня есть умывалка, у меня есть там тоник, крем, сыворотка. Она говорит, там мне все напишешь. После рождения детей, у меня были высыпания на лице, у меня был неровный тон, у меня была сухость, особенно после зимы. А потом, когда я стала использовать Реджудике, у меня пропала сухость. Это прям меня очень радует. Потом мне нравится запах. Все время когда... Вот это самое главное. Я как будто бы попадаю куда-то в тропический лес. У меня сразу фантазия, я там где-то в чистом месте. Мне очень нравится это ощущение свежести. Запах, ощущение само. Мой косметолог Елена, она мне сказала: так, Саша, утро-вечер. У меня получается чаще, скажу. Да, потому что я прихожу домой, но я живу в центре, и у меня получается там обедать, бегать домой. Я там на самокате где-нибудь еду, вся в пыли такая. Сразу же пришла домой, умылась. У меня получается и утро, и в обед, и вечер. И я даже увереннее себя чувствую. Да. Да, обязательно перед гримом обязательно умываюсь, тоник наношу, крем, сыворотку. Все это впитается, я так похожу. Теперь грим. Точно нет проблем. То есть, если я наношу крем, профессиональный, Реджудике, то у меня не скатывается грим. И очень тоненько, аккуратно наносится. Я сама себе делаю грим зачастую. Приходит профессиональный гример и говорит: а ты уже все сделала. То есть, он без замечаний. У меня появилась большая нагрузка, именно профессиональная, потому что я уходила в декрет, и иногда работала. Потом стала появляться нагрузка, и участилась потребность именно в нанесении грима для сцены и так далее. И, соответственно, потребность в уходе увеличилась. И я вернулась уже более активно к использованию косметики. Именно уходовых средств. Мне кажется, самое главное, что я могу сказать, посмотри на меня. А так, я бы сказала, что там очень много натурального. То есть именно ощущение, как я себя чувствую, запахи, что нет каких-то побочных покалываний, чего-то такого. У меня дискомфорта нету. Легкое. Я даже сейчас немножко жалею, что оно у меня заканчивается. Потому что я часто пользуюсь. Хочется какое-то, добро людям нести не только со сцены, в жизни, если можно помочь каким-то советом, каким-то честным. Поэтому, конечно же, с радостью. Умывалка. Это так в народе говорят. А вообще, это гель для умывания. На самом деле, мне нравится, когда оно растворяется в руках и с первого раза снимает грим. Это удивительно. То есть я вся в туше, вся в каких-то румянах, в сильном гриме, а с первого раза смывает. И очень приятно, и не сушит. Это мне очень нравится. Это у нас тоник. Я его очень люблю, который у меня заканчивается уже. И мне нравится нанесение. То есть он как такое воздушное облако. Ты в него погружаешься. Это ощущение нравится. Или просто на себя. Как использовать, как термальной водой. Это мне нравится. Это тоник, который у меня заканчивается. Мне сказали 2 раза, я 3 раза использую его в день. Потом мне нравится эта сыворотка. Здесь нужно 5 капелек тоже растирать в ладонях.
такой теплый эффект. Тоже сначала я его нюхаю, ощущения. Наношу на лицо, на шею. Очень приятные ощущения. И закрепляю кремом. Называется Акваприм. Ну, поначалу кажется, что он жирненький, но на самом деле он не жирный, он просто очень, допустим, одно нажатие хорошо распределяется на лице и на шее, вот это мне нравится. Вот он закрепляет эффект сыворотки и очень хороший именно под макияж. Вот, вот это моя любовь, вот она моя. Помимо ухода, нужно еще правильно питаться. Если, допустим, я знаю, что я, допустим, аллергенный человек, что мне вот там нельзя много шоколада молочного есть, там булочек. Ну, потому что у меня сразу высыпание вот на лице, на лбу и так далее. То это тоже надо учитывать. Не только делать ставку на косметику, а вот и на свою там рацию, на свое сознание, что и питание должно быть, и уход обязательный. И вот, так сказать, синергия, все вместе, будет давать результат. Аминь. Ну да. Все.